Друзья, всем привет! И по просьбе трудящихся я решил начать новую рубрику с ключа до ножа. У меня в инвентаре валялся ключик на Team Fortress. Я взял его, закинул на трейдит. По старому курсу мне вышел 2.50. И получается, я начал делать круги трейда. Поначалу я решил делать круги трейда с обменниками. Поэтому давайте посмотрим, что у меня с этого выйдет. Сразу скажу то, что как именно я ищу выгодные вещи с обменника на обменник. Я уже снимал об этом видео. Я ссылки оставлю в описании на те видосы, поэтому я не вижу смысла об этом заново рассказывать, а мы сразу же посмотрим на результат. И получается, я, закинув ключик, нашел шмотки на $2.32 на трейдите по Dota Money. Взяв эти шмотки, я их закинул на Dota Money, там они оценились $2.08. И получается, обратно я набрал шмоток на $2.07. 1 цент я оставил на балансе Dota Money. Закинув их обратно, я получил 2.41, тем самым заработав в районе 10 центов. Ну, а в дальнейшем я решил сделать еще один круг трейда с Dota Money. Опять же, набрав шмоток на $2.28, я закинул их на сайт. Обратно я взял шмотку за $1.91, при этом я оставил на балансе Dota Money 11 центов. И тем самым я решил добить баланс на Dota Money. Взял еще шмоток на 80 центов, закинул их на Dota Money. И получается, взял обратно шмотку за 78 центов, при этом списав баланса 6 центов. И на балансе, конечно же, у меня остались еще какие-то 5-6 центов. Далее, получается, я закинул эту шмотку обратно на трейдит, она оценилась на 92 цента. И далее я увидел шмотку по расту, выгодную на трейскин фаст за 2.61. Взяв ее, я закинул ее за 2.34 на трейскин фаст, и на такую же сумму я набрал вещей обратно, и получается вышло у меня 2.73 по итогу на трейдите. Получается, с этой шмотки я профитнул в районе 11-12 центов. Ну и в дальнейшем я увидел две выгодные шмотки, а точнее одну, но их было две штуки, на cash.trade за $1.77. Ну и получается, у меня баланс не позволял брать эти две шмотки сразу. Я сначала взял одну шмотку, затянул ее на cash.trade, взяв обратно шмотку по расту за $1.43 выгодную. При этом мне, конечно же, на баланс капнуло еще сверху 31 цент на cash.trade. И уже закинув шмотку по расту обратно на трейдит, я взял вторую шмотку за $1.77 и закинул ее на cash.trade. И получается, я эту шмотку, закинув на cash.trade, взял обратно шмоток на $2.01. При этом у меня осталось 4 цента на cash.trade. И далее, закинув все вещи, которые я взял с cash.trade, я, получается, профитнул, сделав такой двойной круг в районе 52 центов. И, соответственно, получается, мы сделали 6 кругов трейда. Сразу скажу то, что я сделал один неудачный круг на свапе, 7. И, получается, у меня на свапе осталось 57 центов. Это, получается, где-то центов 60 под трейдит. Также на трейдите у меня осталось $2.72. Ну и на Dota Money 6 центов осталось, и соответственно на cash.trade осталось 4 цента. К этому всему хотелось бы в конце добавить то, что каждый круг трейда у меня занимает в среднем 5-10 минут. Трейд на обменниках с маленьким балансом имеет место быть, но с большими балансами, я думаю, здесь делать нечего. Ну и получается, за эти 6 кругов трейда на обменниках я прибавил к своему начальному балансу 3.6%. В принципе, неплохо, но получается, более дорогими вещами потрейдиться толком не получится на обменниках, поэтому я попробую в следующем видосе поработать между магазинами и обменниками. Посмотрим, что из этого у нас выйдет. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я постараюсь в ближайшее время выпустить следующий видос в продолжении этой темы.